воскресенье в Самарской области ожидается малооблачная погода. Местами небольшие осадки в виде дождя. Температура днем плюс 21, плюс 26, ночью 13-15, выше 0. В Сызрани ясный день. Днем плюс 24, ночью плюс 15 градусов. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках. Температура воздуха днем плюс 23, ночью 15 градусов, выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно и без осадков. Днем плюс 23 градуса, ночью плюс 15. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.